Общество с ограниченной ответственностью «Диал Альянс» основано 23 июня 1999 года. С момента своего образования компания осуществляет весь комплекс работ, связанных с недропользованием. Поисковые и геолого-разведочные мероприятия, добыча, подготовка, переработка, транспортировка и реализация углеводородного сырья. Компания «Диал Альянс» владеет лицензией на право пользования недрами в пределах бортового лицензионного участка, который включает в себя 9 открытых месторождений углеводородов. Участок имеет протяженность 230 километров, проходит по Саратовскому Заволжью до границы с Республикой Казахстан, через территории Советского, Краснокутского, Федоровского, Ершовского, Дергачевского и Озинского районов. До 2006 года ООО «Диал Альянс» развивалась как нефтедобывающая компания. В 2006 году миссия была переориентирована на добычу и подготовку газа с последующей его реализацией через систему газопроводов ОАО «Газпром». Согласно принятой концепции сбора, газоконденсатная смесь и нефть из скважин направляются по внутрипромысловым трубопроводам на установку комплексной подготовки газа, где происходит его доведение до товарного качества по стандарту «Газпрома», очистка от сероводорода, механических примесей, стабилизация газового конденсата, отделение пластовой воды от нефти и получение гранулированной серы. В сентябре 2010 года начала работа установка комплексной подготовки газа в Краснокутском районе у КПГ «Карпенская». С декабря 2010 года налажены поставки продукции в газотранспортную систему ОАО «Газпром». У КПГ «Карпенская» первая в России установка, построенная частным капиталом в рекордно короткие сроки – за полтора года. Производительность установки – 500 миллионов кубических метров газа в год. Проект был разработан волгоградскими специалистами, воплотили его в сотрудничестве с американскими коллегами. Согласно постановлению правительства, газодобывающие предприятия должны перерабатывать не менее 95% природного и попутного газа. У компании «Диал Альянс» этот показатель составляет 96%. По результатам работы за 2013 год компания занимает второе место среди предприятий нефтегазового комплекса Саратовской области по объему добычи газа. В апреле 2014 года начаты работы по обустройству Ждановского месторождения с целью подключения к УКПГ «Карпенская» в январе 2015 года. Добыча нефти и газа всегда сопровождается воздействием на окружающую среду. ООО «Диал Альянс» осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и международных стандартов. Компания стремится к уменьшению негативного воздействия производственной деятельности на здоровье работников и окружающую природную среду путем внедрения прогрессивных технологий, модернизации оборудования, сокращения производственных отходов и выбросов, а также путем создания безопасных условий труда на рабочих местах. Одно из самых заметных природоохранных мероприятий ООО «Диал Альянс» – ввод в эксплуатацию установки получения и грануляции серы на ОКПГ «Карпенская». Эта установка позволяет получать серу из кислого газа амина, образующегося на установке аминовой очистки газа от сероводорода. Применение таких технологий значительно уменьшает негативное воздействие на окружающую среду и улучшает условия жизни населения в регионе. Еще одна важная природоохранная мера – установка по очистке пластовой воды. Она позволяет возвращать извлеченные из воды нефтепродукты в технологические процессы. В 2012 году в селе Карпенка Краснокутского района была установлена автоматическая станция по контролю за атмосферным воздухом. Станции исследуются не только воздух в районе завода, но также ведется наблюдение за атмосферным фоном села. В 2013 году завершился процесс сертификации системы управления ООО «Диал Альянс» на соответствие международным стандартам ISO в области экологии и ОХСАС в области промышленной и профессиональной безопасности. В качестве сертифицирующего органа была выбрана компания Intertek Moody Certification Group, имеющая мировой опыт и имя в нефтегазовой отрасли. В 2014 году проведен надзорный аудит на соответствие международным стандартам ISO 14000 и ОХСАС 18000. Согласно отчету аудитора, компания Intertek ООО «Диал Альянс» подтвердила соответствие всем требованиям международных стандартов.
Главным фактором успешности любой компании являются люди. Только слаженная и качественная работа всего персонала может обеспечить надежное функционирование и развитие бизнеса. Коллектив «Диал Альянс» является основной ценностью, капиталом, которым нужно дорожить, вкладывать в него дополнительные инвестиции и развивать. Для повышения эффективности работы за последние два года на предприятии произошли активные изменения. Построен и заселен новый вахтовый городок для обеспечения работникам достойных и комфортных условий проживания. Приобретен транспорт для перевозки сотрудников. Внедрена система тарифных ставок и должностных окладов. Увеличен на 10% базовый размер премии. Подписан договор с компанией «Согаз» для обеспечения добровольного медицинского страхования работников. Утверждены новые положения об оказании материальной помощи. Положение о санаторно-курортном лечении и о детском оздоровлении. Положение о ежемесячном премировании. Ежегодно утверждается план обучения и повышения квалификации персонала. План корпоративных мероприятий. Установлен контроль качества питания вахтового персонала. Для Саратовской области ООО «Диал Альянс» является не только крупным инвестором, но и надежным социальным партнером. Ежегодно заключаются соглашения о содействии социально-экономической Отдельные соглашения подписываются с двумя муниципальными образованиями Краснокутского района – Лебедевским и Ждановским. Объектами благотворительной помощи ООО «Диал Альянс» выступают учреждения социальной сферы области – школы, детские сады, больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы. Финансовая помощь выделяется на строительство и ремонт объектов инфраструктуры и сельских дорог. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения рабочими местами местных жителей. По состоянию на 1 июня 2014 года в ООО «Диал Альянс» трудоустроены 80 жителей Краснокутского района. В 2013 году в селе Карпенка на деньги компании построен самый современный в области пожарный пост. В целях обеспечения пожарной безопасности жителей Лебедевского и Ждановского муниципальных образований Краснокутского района, в которых проживает более 3000 жителей. Пожарный пост полностью готов к эксплуатации. «Диал Альянс» сегодня – это надежный бизнес-партнер, осуществляющий эффективную разработку месторождений, добычи и поставки газа при соблюдении принципов социальной ответственности и экологических стандартов.